Доброго времени суток. Да. Дорогие детишки. В предыдущих сериях мы все еще ищем выход на поверхность. И никак не можем найти. Бля. Вот такая вот херня. Надо найти способ. Очень классно, здесь. Что ты решил кувыркнуться, а как ты это сделал? Сука. Я даже не знаю. Я вроде ничего не нажимал. Прэп, окей. Почему как. Чептер, что-то там, капитал. Его самого тут нет. Что-то за комната ситуация такая, даже койки контроля. Нет. Есть тут койка? Моя вина. Я должен был решать эту проблему. Нету койки. В чем я ошибся? В чем ты ошибся? Полковник. Какую проблему? О какой проблеме ты говоришь? Его. Почему я не заметил странности в его поведении? А кто не был твоим он пациентом? Кого-то, чтобы меня отвлечь. Но кто бы согласился выполнить подобный приказ? Причем вообще мы. Да, действительно. Четыре подходящих субъекта. Каролина, Марчин, Арк и я. Один мертв, двое пропали. Но я еще жив. И мне надоело торчать в четырех стенах. Потом окажется, что это все его глюки. И вообще тут людей не было, кроме, собственно, четырех субъектов. 13 патронов. Ну, неплохо, неплохо, конечно. И какая-то хрень. Окей. Но, тем не менее, топор-то все равно тащит лучше, чем... Что это у нас тут? Народ постоянно жалуется на поломку дверей. Во всем виновата проводка. Она порядком изношена. Время берет свое. Меня уже дважды просили вызвали человека из комнаты со сломавшейся дверью, чтобы пройти ремонтным роботом по вентиляции, найти повреждения. Похер. А эта система контролирует весь сектор. А, ну спасибо, что... Зачем ты это вслух-то рассказываешь? И что я должен там увидеть? Пока ничего. А че снимки такие мутные? Окей. Какая-то из этих кнопок, видимо, что-то делает. Шахта за этим окном наверняка идет в гидропонный сад. Шахты, гидропонный сад, бла-бла-бла. Пункт ремонтных роботов. Мне бы такой пригодился, точнее, дверь. Окей. Внезапно. Дум. Внезапно. Еще и турбо. Внезапно Grand Theft GTA, короче. А где? Почему турбо не работает? Не знаю. Не, вряд ли мне вниз. А там какой-то ушлепок бегает, окей. Он будет робота пытаться бить по лицу? По вот этому механическому маленькому лицу, да? Ну, я нажимаю пробел, почему он? Почему он не разгоняется? Фак! Ты чё, охерел, мужик? Ёпта. Мужик, ты чё? Попутал вообще в корень. Ах ты, сука! Иди отсюда! Да когда у тебя башка уже раз... Слышь, ты какой-то странный. А нахер ты не пройдешь? Да ладно, серьезно? А что ты такой живучий? Вот так бы сразу. Что за фигня была вообще? Что это такое? Мужчина. В конце концов. Имейте совесть. А это что? Срочно закройте все главные ворота. Если вы меня слышите, закройте все ворота в убежище и опечатайте замки. Нельзя допустить, чтобы... Да-да-да. Можно мне уже поехать дальше? Только не говорите, что мне этим надо будет еще там где-то что-то перепрыгнуть через турбо, потому что... Я помню такой же прекрасный момент в Duke Nukem Forever, и меня это нихера не радовало. Куда я еду вообще? Трикозел летит. Ну спасибо, что контрольная точка. Конечно. Нет, вообще забавно, конечно. Ага. Ну круто. Теперь мне еще и. Блин. Хотя ладно, места достаточно.
Окей. Спасибо, что не перевернулось. Прикольно. Почему это здесь? Как оно сюда внезапно попало, этот фрагмент? Он все-таки может перевернуться, но тут же переворачивается обратно. Вертается взад, как говорится. Прелестно. Зачем? Неужели нет более приличного способа починить тут все? Зачем такие сложности? И куда? Я не знаю. Что, вы мне предлагаете залезть по этой... по этой арматурине? Я не могу. Окей. А что тогда? А, видимо, вот туда, в дырку, да? Шикарно. Шикарная композиция. Долго это будет продолжаться? Окей. Видимо, я потом здесь же буду ходить доктором. Я так, что-то мне подсказывает. Бульк. Так, еще один вентилятор. Уп! Есть контакт. Что там вдалеке? То, что починить надо? Или это просто электричество? Твою сука, мать, предупреждать надо, блядь. Я же не вижу, где она... Где начинается область сраного электричества? Знал бы, прикуп не останавливался бы, наверное, успел бы проскочить. А, фак. Фак! Ты не успел. Ай, какая ересь. А, поехали. Турбо как-то странно работает. Здесь все турбо... Блять, не надо падать туда только. Отключить вентилятор. Ну-ну. Идюша, метелка. И где тут... Ага, окей. Прелестно. Забавно, что она сама это делает. Ну, а и что это? Ну, придется вниз упасть, наверное. И вряд ли он так остановился в таком положении, чтобы я мог проехать по лопастям. Нет, терзают смутные сомнения на этот счет, не? А или нет, или все-таки можно. Какое совпадение? Так, тут спокойно, не разгоняйся. Больше ничего нет? Нет, ничего нет. Ей! Ну классно. Когда это все закончится? Блять. Тормозную систему, блин, надо проверять, ё-моё. Когда у вас техосмотр последний раз был? Хер остановишься, ёпта. Есть. Это что за хрень? Это вы меня пытались напугать, но у вас нихера не получилось. Так, что-то здесь горит. А, я понял. Я все понял. Не совсем наглядный огонь, на самом деле. Ну, четкой границы не видно, где он начинается, а где он заканчивается. Ну, давай, бзз. Блин, я уже полбазы проехал этой. Что-то высоковато здесь, не? Но, видимо, он специально так сконструирован, чтобы не взорваться случайно.
Только там, где по скрипту. Прелестно. Вообще, зачем они пытались... Зачем сюда джампскер, типа, вставили? Вот, я на машинке еду. Как меня можно напугать? Я на сраной машинке еду. Соответственно, со мной случится ничего не... Ровным счетом ничего не может. Так, я наконец-то выехал к двери, да, и надеюсь, сейчас ее открою, и все это закончится. Или нет? Окей. Видимо, нет. Видимо, что-то другое здесь где-то надо нажать. А, мужик какой-то стоит. Мужчина. Окей. Ну, работай. Так, открыл. А, прелестно. Прелестно. Зачем только этот комментарий нужен был, что ты открыл? Я же знаю, что я открыл. Пошел ты в жопу. Да. Ну, бей. Да, блядь, да пошел ты. Уходи, блин. Просто уходи. И что я открыл-то? Вот эту дверь? Слева, да? Да, судя по всему... Судя по всему, именно ее. Поскольку пришел я оттуда. Конечно, куда ж. Куда ж без загрузки, разумеется. Нет, это, конечно, забавное разнообразие на машинке поездить, но. Это вот что я не ожидал, так это такого. Кого-то сожрали, да? Круто. Ты здесь уже? Ты идешь? На нахер. Дурацкая это атака у них. Обломись. На-на-на! На-на-на-на-на! Фак. Зальдатам, главное, вообще нихера. Ровным счетом ничего не могут им сделать. Как так-то? Что это за зальдатам такие тухлые? Уходи. Конные гусары тоже мне, блин. Летучие. Что за фигня, блин? У них огнестрел, все дела, и ничего не могут сделать. Ну, как так? А где все оружие, которое у вас в руках было? Верните на родину, ёпта. Ладно. Тут много дверей, кстати. Это что значит? Кто-то вылез? Я ни черта не вижу. Окей. Ага. Там кого-то порвало. Ну, круто. Как всегда, один маршрут. Ну, меня устраивает. Более чем. Хера тут не вижу вообще. А, ну здорово. Ой, иди ты. Иди ты в пень, я хотел робота посмотреть, он здесь еще, нет? Он стоит, смотри-ка. Надо же, они даже сделали, что он типа не исчезает где-то в воздухе, не растворяется. Как это чаще всего бывает. Чему такой лютый саспенс? Вроде ничего не происходит, а саспенс лютый. Иди в пень. А че это вас двое опять? Давайте подойдет тот, который уже покоцанный, а? А то как-то... Не камильфо. Можно мне увидеть, что вообще нахер происходит? Видимо, нет. Умри в огне моей ненависти.
Парниша, мне кажется, ты застрял. Прелестно. Так бы сразу. Шикарная композиция, конечно. Как в той игре. Что это за игра-то была, не помню. Там, где зомби, короче, надо было месить. И они не могли пройти сквозь открытую калитку в заборе. Потому что упирались. Они упирались в нее лицом, в эту калитку. И смотрели на тебя. Ну и бежали вперед, конечно. Но поскольку бежать им было некуда, поскольку они уперлись лицом, то как бы... Вот. А ты спокойно их бил по лицу. Невозбранно. Куда я иду? Чё я тут забыл вообще? Какая-то кнопка, какой-то пазл очередной идиотский. Надеюсь, не на время. Это включено, окей. А это выключено. Прекрасно. Что ты хочешь от меня? Блять. А, ну да. Шикарная композиция. На нахер. Чё ты жив, ты, блин? Ты бесишь, когда ударяешься, блин, короче, топором по окружению, типа там по стене или куда еще, по перилам там. Он типа, ну, не может продолжать махать. Типа. You have to leave the shelter. The fuck? Короче, комбо прерывается, что несколько раздражает в бою. Что? Какого хера? Что это было сейчас? Кто это мне начал в голову вдруг разговаривать? Пойди узнай. А, это ты? Пошли вы нахер, блин. Тут патроны что-то как-то и потратить некуда. А куда мне идти-то, собственно? Что там, открылось что-то, да, вот эта дверь? Прелестно. Слушай, а у тебя тут пистолеты тоже нигде не валяются, ну разумеется. Хватит ржать там. Я ухожу уже. Спокойно. Этот лифт не похож на другие. Да, этот лифт действительно не похож на другие. Потому что кто бы стал строить такой лифт? Неужели мы на поверхность выберемся, нет? Так, вот просто так, типа? Что-то меня терзает смутные сомнения. На этот счет. Нет, еще пока явно не поверхность. Это кто, гусар конный? Видимо, это административная зона. А, ну офигенно. И дурацкий магнум, который никуда попасть вообще не может, в принципе. Что-то тут много места. Решительно много. А, ептеть, мопцик. Ааа, фак. Да ладно, ну... Да, ё-моё. Этот метод научного тыка меня просто раздражает. Так, ну автомат, это, конечно, спасибо. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Спокойно. Алле! Почему алле? Олле! Сколько там патронов? Что-то есть еще, да? Прелестно. А мне... А зачем? What the fuck? А зачем я здесь же пусто, здесь... А, то есть сюда можно прийти только за исключительно ради автомата, да? То есть потому что эта дверь закрыта и все такое.
как скажете. Есть тоже живой типа человек? Видимо, нет. О, патроны, патроны, это всегда приятно. Это, видимо, для... Нет, это для чего-то хер пойми чего. Встреча с полковником. Заполните бла-бла-бла. Нахер иди. Все попытки связаться с Лаги бесплодны. Единственный способ выяснить, есть ли там люди, добраться туда пешком. Длань находится на другом конце города. Одна дорога ведет через город, другая через район, который мы называем Опытным Леводом. Полковник осведомлен лучше меня. Простите, когда он будет в хорошем расположении духа. Ну, разумеется. Слышь, мужик, пошел ты нахер, ты что, гана поел? Слышь, отойди от меня нахер. Это вообще интересный подход, блин. А пазл не дадите мне закончить, прежде чем выскакивать будете? Это что за фигня вообще? Ушлепки. Спасибо, что хоть... Из него выйти можно. Так. Вправо, вверх. Право вверх, вниз, право вверх, вниз. Право вверх, вниз, вверх. А, ну в этом уже случае не важно. Вверх, короче. Вверх, вверх. Вниз. Вверх, вверх, вниз. Влево. Окей. Отлично. Должно сработать. Блять, что за херня? What the fuck? У меня патроны кончились, граждане, вы знаете об этом? Что-то быстро очень, нет? Ну нахер! Я застрял, шикарно. А я их как-то убью вообще всех? Топором. Не уверен. Ну бей ты его, ну дебил, блин, тупой. Чё ты стоял-то, блин? Я нажимал вообще-то. Какого хера? Какого хера их так много, блин? Внезапно. С таким говёным оружием, блин, которое нихера никуда попасть Видимо, не может. Это административная зона. Блять, а ты чё, говна поел, блин? Чё, поближе нигде нельзя было? Окей, я вырежу все это говно. Умрите, суки, блин. Чё за херня? Какие-то странные, блин, враги, блин. То они вообще, короче, сразу умирают, то, блядь. То никогда не умирают, короче. То ли я по ним не попадал, то ли я не знаю что, блин. С этим оружием нихера невозможно понять, попадаю я по ним или нет. И контрольной точки точно нихера не было. Меня конкретно раздражает, блин. Я еще раз, короче, помер, блядь, как идиот. Получилась какая-то херня. Мне третий раз пришлось проходить это говно. Что за херня? Я что-то открыл же, вроде как. Это... Да, видимо, вот это. Видимо, вот это я открыл. И автомат тоже не очень. Вот дробовик, единственное нормальное оружие пока что в игре. Что довольно забавно, учитывая, что во многих играх именно дробовик, ну, самое лучшее оружие. Важные данные на компьютере полковника. Да, что ты говоришь? Интересно, конечно, у тебя комната тут. Дизайн тот еще. И патефон, ну разумеется. Без вертушки, ну да. Почему бы и нет, действительно. Ну, важные данные, так важные данные, давай. Это интересно. Черт! Токай! Вонючий предатель, безмозглый! Хватит валять дурака. Я знаю, что вы сделали. Что он сделал? Что я сделал? Я посвятил каждый вздох, каждый поступок спасению всех, кто мне доверял. А что с теми, кто вам не доверился? Списали их в расход? Как насчет остальных жителей гордости? О чем Они речь вообще? Они погибли из-за тебя! Когда люди, благодаря вашим стараниям, совсем потеряли разум, вы устроили охоту на меня. Вирус вас вообще не волнует, да, я смотрю? Хитрый у вас был план.
испытать одних, пожертвовав другими. Жаль, что все кончено. Зачем он машет руками-то так, как будто он разговаривает, полковник? Я не знаю, что за чушь ты городишь, Дохай, но в одном ты прав. Все кончено. Потому что все мертвы. Поздравляю, Токай. Ты угробил половину выжившего населения Земли. А я-то не тут смейте при чем? Говорить так, будто я во всем виноват. Я не понимаю сюжета, какого хера? Это ваши преданные слуги разнесли вирус, который лишил людей разума. Или превратил их в безмозглых мутантов. Все, хватит. Я убью вас обоих. Что за вздор ты там несешь? А кто второй? С меня хватит, полковник. Вы ответите за свои злодеяния. Попомните мои слова. Еще увидимся, полковник. Конец связи. Токай, ты... Какого хрена? Кто... Кого у вас обоих? Кто второй-то? Тот мудак, который вирус разнес, типа я. Надо найти Каролину. Да что ты говоришь? Спрячу я про нее забыл уже. А давно. Потом разделаюсь с полковником и его дружком. Значит... Длань расположена на другом конце города. Я успел забыть его с тех пор, как мы спустились в убежище. Хотя после войны он наверняка изменился. А вот и Каролина, я так понимаю. Где она может быть? Что ты делаешь? Я теперь не знаю, что и думать. Полковник рассказал мне все. Он сказал, что ты опасен. Тебя надо остановить. А ты такая не дура, что, блядь, вообще не хочет... Даже вторую сторону, я блядь, буду не стрелять. Дали узнать. Я убью тебя за то, что ты натворил. Они все как погибли. Мне надоел этот идиотский, зачем, блядь, сценарный ты это ход. Что ты решил, что это я-то, блядь? Ты то, что полковник тебе сказал, блин, охеренно ты классно, блядь. Ты единственная, кто может понять, дура, блин, что из меня сделали козла отпущения. Они хотели отобрать подходящих людей для экспедиции на поверхность, чтобы провести разведку. Что? Я нашел записи. Okay. Их оставил кто-то из руководства убежища. Причем здесь все остальные? Причем тут мы? Человек, выпустивший вирус, действовал по приказу полковника. Поверь мне, прошу. Против меня весь мир. Не говори, что ты тоже. Умоляю, опусти пистолет. Я больше не знаю, чему верить. Я боюсь тебя. Я не знаю. Да как же Каролина. Любовь морковь там, типа... Как сейчас происходит? Окей. Окей. Блять, прохладная история. Вы чё, говна поели? Можно мне идти вперед? Пошли в жопу со своими пазлами. Пошли в жопу со своими врагами, блядь. Где я его должен? Что вы хотите от меня, я не понимаю. Здесь? Что? Куда? Ну кто так делает, блядь, вообще? Я понятия не имею, что от меня хотят, блядь. Я не хочу делать это, блядь, каждый блядовый раз. Вы что, издеваетесь, блядь? Что за дебильная привычка, блин, этих сраных поляков делать пазлы на время, блядь? Еще и, блин, с врагами, блядь. Че ты стал там, мутила? Беги давай. Я так понимаю, я нихера не правильно. Что от меня хотят, я не понимаю, блядь. Нормально объяснить хотя бы можно, что вы хотите от меня, блядь. Вообще не идет, блядь.
Дай ему поставить, ну, блядь, хер его знает. Блядь, я вообще не имею, блядь. Убрать это говно надо, или что? Я его не могу даже двигать. Быстрее можно, блядь? Берись, блядь. Понимаешь, что убрать надо, блядь. Других вариантов я не вижу. Быстрее, твою жопу мать-то, время идет, блядь. Что, блядь, я его даже двигать не могу. А, эта херня еще не делала. Я не знаю, что от меня хотят. Что там стрелка какая-то куда-то показывается. Что это значит? Блять, мне надо этот вагон туда поставить. Да вы, бля, охерели, сколько... Да, бля. Это ж сколько времени на вот это все говно уйдет, бля. Ёбнулись? И там времени наверняка впритык, блин. Даже с учетом, если я правильно буду все делать, предположим. Идиотия, блядь. Убивал бы за такое, просто напрочь. Я уже, в принципе, я так понимаю, могу загружаться, да, то есть... Потому что я изначально начал этот вагон крутить, когда не надо было. Шикарная композиция, блядь. Я даже этот, в принципе, я подвинусь. Вообще-то во всех нормальных играх, блядь, такие вот беготня на время обычно ограничивается врагами только, которые здесь присутствуют. Ну не пазлами, блядь, на время. Типа надо там пробежать сквозь них, там вот это все, увернуться, блядь, это такая херня. QTE-ивенты, блядь, типа, нажми кнопку вовремя, блядь. А не это ебалда, которые вы, блядь, тупые поляки придумали, блядь, мудаки ебаные, блядь. Вот реально, блядь, просто, вроде игра такая сама по себе, ну... Шла, конечно, блин, да, ну, средняя достаточно. Важные данные на компьютере. Заткни ей, блядь, урод, блядь. То есть, как бы, хотя бы жесткого отторжения не вызывает, блядь. Но вот, когда такую херню они делают, просто хочется бросать и метать, блядь, реально. Вот это что за херня? Таймер уже включился, блядь, а мне еще полминуты надо ждать, пока сраный лифт, этот мост появится. Вы что, ёбнулись, блядь? Это кто так делает вообще? Какого хера, блядь? Почему? Я просто теряю время и никак не могу до этого взять. Громкость далеко что выставляет. Просто вот минута, блядь, полторы минуты времени ушло в никуда, блядь.
блядь, решение. Иди на говно. Я просто хочу уже в этом эпизоде, блин, сраном, выбраться отсюда нахер, из этого бункера, который мне уже вот остопиздил просто. В конце концов, ну, смотри, что на улице там. Уходи отсюда. Почему все начало взрываться вдруг? Какого хера? Что происходит? Чё Каролина такая дура, блин? Ну да. Я не знаю, я всё правильно делаю, или чё там происходит вообще? Надеюсь, она где-то рядом. Окей, очевидно правильно. Бегом, блядь! Бегу, да! Все круто. Ну, времени с запасом. Хотя бы, это можно сказать уже наверняка. Все умерли, блядь. Чё все умерли? Сколько тут людей было? А хер его знает, блядь. Когда они успели все сдохнуть? Тут помещений столько, что такое ощущение, что там, блядь, несколько сот тысяч человек могло поместиться, блядь. Включая вот эти все шахты там ебенные и все такое вот это. Когда они успели все сдохнуть, я не знаю. Вы уверены, что оно... Магия. Вы уверены, что этот рельс был достаточно крепкий, чтобы увести меня отсюда? Что-то меня терзают смутные сомнения. Слава яйцам, хоть наконец-то выберемся из этого вертепа. И разумеется, все стоит вот как стояло, ничего не произошло. Что-то как-то этот город очень целым выглядит. Нахера вы в убежище уходили, если вот все дома стоят, как стояли? Как? Все-таки где-то рельс сломался. Шикарная композиция. Я так смотрю, что, несмотря на то, что из бункера мы выбрались, все равно все будет достаточно линейно, типа, вперед с песнями. А Каролина-то куда делась? Хотя, да мне похер, дура она. Естественно, у меня все оружие отобрали, да? Я на поверхности. Город пострадал не так сильно, как нам говорили. И вот именно, я о том же. Может, поэтому нас и хотели отправить сюда? Здесь есть жизнь? Я думаю, здесь гораздо больше жизни, чем ты себе можешь представить. Родное сердце. Что-то мне подсказывает. Да. Вот он. Бесславный конец гордости. Выбрались только Каролина, да я. Но куда мы попали? Город. Небо. Я думаю, что не слишком ли все странно? Тоже. Последние жители убежища, пережившие массовый психоз, стали первыми, кто сумел выбраться на поверхность. Хотя я кое о ком забыл. Я не видел полковника воочию с самого начала всей суматохи. Не мудрено. У таких людей всегда заготовлен план отступления. Но, блин, да. К сожалению, он обычно рассчитан на одного человека. Прохладная история. Вольно польское что-то там. А зачем мы вот кто-то стал бы закладывать надпись кирпичом? Ну, с числами просто. Просто с числами. Я не знаю. Ну ладно, слава яйцам, хоть на улицу выбрались. Хотя сюжет, конечно, полный идиотия вообще просто, я не знаю. Может, это трудности перевода или что? Ну, учитывая то, что я видел на английском языке, пока играл на нем.
Это ни хера не трудность перевода, это просто сюжет дерьмо. Так что неважно. В общем, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк. Наши книги для жалоб и предложений. А наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.